городской классической гимназии имени Сафуана Шаймерденова прошел областной айтыс среди школьников. Музыкальное состязание организовали в преддверии Наурыза. Участие в айтысе приняли 14 талантливых ребят. Участвуют 14 айтыскеров. 10 ребят из городских школ, остальные участники приехали к нам из района. Айтысы проводятся ежегодно. Это уже сложившаяся традиция. Но в классической гимназии областной айтыс проводится впервые. Айтыс – дело непростое. Участники музыкального поединка должны соблюдать все необходимые критерии. Мы называем это искусством синкретизма. Чтобы стать лучшим, нужно быть остроумным, хитрым, уметь быстро генерировать новые идеи и смыслы. Айтыс в первую очередь учит детей думать. Во-вторых, необходимо уметь донести до людей свою мысль, используя художественный язык. Это поэтическое искусство. Третья особенность заключается в умении складывать слова в мелодию. Это уже художественное искусство. Среди участников как подростки, так и маленькие дети. Попробовать себя в этом непростом искусстве импровизированного пения и игры на инструменте хочет каждый. Главная цель айтыса – поддержка молодых талантов. Думаю, мой соперник заслуживает 10 очков. Он очень сильный, хорошо улавливает настроение, умеет грамотно и красиво выражать собственные мысли. О себе я бы поставила 8 баллов, потому что были небольшие проблемы. Я не могла правильно произнести некоторые слова, не всегда получалось выразить свою мысль правильно. Победители состязания получат дипломы и денежные призы. Валерия Филатова, Вадим Мударисов, МТРК.